Время первых, время смелых, наше время молодых. Не пугают перемены, если ты рожден для них. Время смыслов, время действий, время для идей твоих. Будь смелее, верь и действуй. Съезде Российского движения детей и молодежи, движение первых буквально родилось на моих глазах. Я и еще тысячи участников выбирали его название, ценности, миссии. И вот уже сейчас новое движение объединяет все общественные молодежные организации и движения нашей страны. Движение первых – это большой и удивительный мир, в котором каждый сможет найти себе дело лучшее. Раскрыть свой потенциал в многогранной палитре возможностей. Быть с Россией, быть в движении, быть первыми – это миссии нашего движения. Такими в нашей стране были Менделеев, Ломоносов, и вот настало время и нам быть первыми. Я хочу пожелать вам всем удачи, успехов, потому что, вот как до меня выступающие говорили, у вас разные направления сейчас есть. Реализовывайте себя. Кто в спорте, да вы прекрасно знаете, среди вас много спортсменов. Кто в учебе, и вы это прекрасно знаете, среди вас много и победителей, призеров различных наших олимпиад, муниципального, сейчас региональный этап идет. Так сказать, в творческом плане, так сказать, юноармейское движение, волонтеры и так далее и тому подобное. Вы у нас, в общем-то, будущее нашей России. Мы с ребятами беседовали, во-первых. Все очень рады, что мы открываем такое движение, такие возможности. У нас 12 направлений действий в рамках нашего движения. Для ребят самое главное, что они найти могут много новых друзей. И, соответственно, вместе с ними реализовать свои проекты, свои возможности. Потому что вместе мы сила. Вот как важно присутствие одухотворенных взрослых людей, которые этим горят, которые могут за собой ребят повести. Потому что это молодежь и школьники. Это неоценимо, их участие в движении, мы это понимаем, поэтому в роли наставников у нас выступают опытные педагоги, родители, с которыми дети тоже, соответственно, могут вместе реализовывать проекты. Сейчас у нас также в движении мы активно привлекаем студентов вузов, потому что, как мы говорим, дети с детьми лучше контактируют, чем взрослыми. Они умеют друг друга слушать, слышать. И мы тоже как бы очень рассчитываем именно на будущих профессионалов, потому что они профориентационные мероприятия будут проводить. И для них это тоже полезно, и детям, соответственно, интереснее будет работать со студентами. Я так понимаю, что вообще это движение, да, один из возглавляющих это движение, президент нашей страны. Да, да. Впервые вообще возглавил движение детей и молодежи сам президент Владимир Владимирович Путин. Он уделяет огромное значение развитию молодежного движения в нашей стране. Соответственно, большие денежные средства выделены на реализацию наших проектов. Когда вместе команда, больше людей, коллектив, это здорово. А сегодня что вы здесь делаете? Сегодня открытие РДМ. Сегодня собрались наши ребята, наши ученики школы, чтобы поступить в РДМ и начать свое развитие.